Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духа Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Господь нам дает жизненные законы в своих заповедях. И одна из заповедей звучит следующим образом. «Чти отца и мать, и хорошо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Заповедь с обетованием. Господь говорит о взаимосвязи между отношением ребенка к своим родителям и их дальнейшей жизнью. Жизнью физической, жизнью душевной, и в том числе жизнью вечной. И неоднократно в Ветхом Завете встречались слова, которые говорили всем, кто это слышал: «Злословящий отца и мать смертью да умрет». Или «Кто поднимет руку на родителей, смертью да умрет». Потому что отношение детей к отцу и к матери проецируется на их дальнейшее отношение с Богом. Поэтому хамство на протяжении всей истории наказывалось всегда очень жестко. Ну, начиная от родоначальника этого явления по имени Хам. Наверное, все помнят эту историю, когда праотец Ной, собрав урожай винограда, на радостях немножко перебрал, заснул и, видимо, во сне разметался. А Хам, заглянув в его шатер, увидел наготу отца и поднял отца на смех. Пошел, рассказал своим братьям, надсмеявшись над отцом. Сим и Иофет спиной вошли в шатер, чтобы даже не видеть, не говоря уже высмеивать, и прикрыли наготу отца. Но Аной, когда проснулся и узнал это беззаконие, бесчестие, которое он от своего сына получил, он его проклял. Ну, а точнее сказать, зафиксировал вот этот момент отрыва человека от Бога и от отца, потому что проклятие — это как бы не столько действие активное, сколько действие, обозначающее уже совершившееся событие. Констатация факта в каком-то смысле, что вот произошло вот это беззаконие. Ну, так же, как анафема, когда признается, когда человек отлучается от церкви или какая-то группа людей отлучается от церкви, это не значит, что церковь как бы вот это сделала, и люди уже отпали. Вот как Лев Николаевич Толстой, то и в свое время, или Рерихи. Нет, они уже потеряли жизнь со Христом через Его Церковь. Они об этом заявили публично, они об этом выражались в своих действиях, делах. И Церковь просто это признала. Да, этот человек или это явление, оно не относится никаким образом к Церкви. И хамство — это явление, которая разрушает связь с Отцом Небесным. Сейчас нравы очень изменились. И дети очень легко позволяют себе и накричать на родителей, и нахамить, и как бы выставить за дверь. Особенно подростковый, такой трудный возраст. Но в таком поведении нет будущего.
потому что Бог не благословляет таких детей, которые совершают хамский грех. Конечно, во многом это зависит от вообще пропаганды, от либерализма и прокачки бесконечных прав, без ответственности, но в том числе и слабости родителей, которые с детьми заигрывают, которые теряют свой родительский статус, которые сами не знают, в каком положении они, друзья, обслуга или все-таки старшие наставники, родители, у которых есть власть законная и в рамках закона и по зубам можно когда-то дать, и ремень применить. Конечно, сейчас так это все, права ребенка, но чтобы из ребенка не выросло чудовище, нужно, чтобы ребенок знал свои границы, знал свое место и знал тот тон голоса, которым он должен разговаривать с родителем. Конечно, все должно выстраиваться в отношении любви, но наказание, оно что же по любви? Безнаказанность воспитывает преступников, а наказание без гнева, но строгое с любовью, оно удерживает от греха. Берегитесь хамского греха и дай Бог родителям мудрости, терпения, взвешенности и необходимой строгости, чтобы детки вырастали благословленные Богом. Помогай нам всем, Господь.